Подшуметь. На чем? Ой, где стрим? Стрим на канале. Ну как? Че, тебе скинуть? Да. Пока посмотрю. Охренеть, он лагает жестко. У меня 50% фреймов пропускается. Бывает. Еще какой-то левый канал. Надо бы поднастроить. Я посмотрю. А, бесконечные. А, вот. Что это за программа? А, XSplit? Нет, это FFSplit. Типа за... копи. Ой, отключил. Я говорю, сейчас надо настроить. Настраивай. А ты что, в Зельду будешь играть? Да, Skyward Sword. Два человека меня смотрят. Один из них я. Ты опять шумишь по планшету. Ладно, я не буду шуметь. Ну, постараюсь. Такое ощущение. Это все планшет. Мне кажется, что ты черкаешь. Ну, так и есть, в общем. Ну, сейчас загрузится, я увижу. О. Какая тормозит? Красота. Что это такое? Нет, не тормозит. Нормально? Ого, нормально. Ой. А, вот. Прогрузки только. Ну, это ерунда. Это я, короче, решил поучаствовать в конкурсе на этом, на GCAP. В конкурсе художников. Да. И как? Я не знаю как. Посмотрим, в общем. Мне досталась тема. А, какая мне там тема досталась? Я уже не помню особо. Рисуешь хрен знает что. Я, наверное, придумал, что нарисовать. Вот и рисую. Какие-то горы. В каких-то этих линиях. Зачем линии-то? Это перспектива, чтобы удобнее было. Удобней. Что я не могу найти. Сейчас. Я специально притащил в эту комнату этот блокнотик и карандашик. Буду сегодня рисовать кубики. Или что-нибудь еще. А вот мне тема досталась — музыка жизни. А там что, на это рандом выпадает, что ли? Ну да, типа ты предлагаешь тему, а потом они рандомно распределяются. Круто. Так, ну-ка. Кому там Skyfy, Нело... Крокодил против акулы. Что за бред? Вот это классная тема. Крокодил против акулы. Что это? Лучше бы она мне выпала. Это твоя, что ли? Нет. А какая? Моя был про город на Юпитере, что ли? Так, сейчас найдем, кому он досталась. А потом я посмотрел. А вот, город. Я думал, что у Юпитера кольца, а оказалось, что у Сатурна. Бывает. Так. А персонаж из любой инди-игры, ну это вообще скучно. Звездный флот. Девушка-геймера. Шикарная тема. Слишком сложная только. Нормально. Не, ну рисовать музыку жизни. Вот-вот. Это вообще какой-то бред. Антиутопия. Не, прикольно. Сколько денег-то? Нисколько. А. По-моему. Так, каждая рава должна быть уникальна. О, также разрешается рисовать на бумаге. Так, тройка, видите, администрация выдаст медальки. Ты уже хочешь? Да поздно уж. Да и, конечно, я пока не готов. Если мне перерыть тетради, в которых я рисовал, там такой ужас нарисован. Просто меня навеяло
Я смотрел арты и думал, как люди так классно рисуют, причем так много людей. Ну, на DeviantArt, конечно. Там много нормальных рисунков. Ну, поэтому надо что-то делать с этим. А, когда ты уж свою игру доделаешь? Сколько уже Это лет? вопрос всех волнует. 4 года делаю. Вот 4 года. Как так можно? Вот как хочешь. Так, блин, ты мне есть не даешь, понимаешь? Потом поешь. Конечно. Я не ел 6 часов. Круто. Хо-хо. Да ничего не умрешь. А, да. Твой рисунок. А при чем тут музыка? Какая музыка? Жизни. Жизни. Причем мне чувак, ну, который предложил эту тему, мне потом пишет, типа, тебе досталась моя тема, не подведи. Короче, идея такая: сзади горы, солнце, спереди горы. Так они сзади, город-то у тебя. Город, а не А. горы. Ну и город. Кубики какие-то. Ну, пока что. Твоя задумка я пока не вижу. Я тоже. Я вижу только горы и все. Почему ты для стриминга используешь не OBS? Чего? OBS. Какой еще ОБС? Open Broadcaster Software. Лично мне на нем очень удобно. Сейчас посмотрим, что это. Ну, стриминговая программа. О, меня целых 2 человека смотрят. Ты и я, наверное. Ага. А ты мой не смотришь? Как так вообще? Я занят. Да, Ты конечно. сейчас будешь играть, тоже мой не будешь смотреть. Ну и... Поэтому А. не надо тут. Да. Где-то есть скриншот Меня такой. смотрю только я. Так что пока можно потрепаться. Не знаю, короче. Не Я знаю. скриншотов не вижу. У меня там милый артик стоит и больше ничего. Так, а у тебя опять офлайн. Накрылся стрим. Да, загрузка видео. 61 фрейм пропущен. Процентов. Это мало. А, 61% или 61 фрейм? Не 61%, а фреймов 6685. Ясно. Да Что что ты? за хрень? Я кушаю. А. Нет. Я не про тебя. Что-то у меня ничего не грузится уже. Ага. Сейчас я еще одному человечку скину мой стримчик. Он хотел. Так, сейчас. Еще сраная реклама. Офлайн. Это интересно, почему? Не знаю, вот я и А вот говорю. ошибка вылетела. Лол. Посмотреть дебаг. Так, ну я твой Ладно. стрим смотреть не буду. Свой стрим смотреть не буду. Ждем. А, кого ждем? Попытаюсь еще раз застримить. Ну, начинаем. Включаю Зельду уже. Пора. А, опять эта дурацкая ошибка с шейдерами. Чё за хрень?
Короче, давай. Я буду смотреть твой стрим и стримить, как я смотрю его. А рисовать ты же не хочешь, да? Ну, не знаю. Давай смотри мой стрим. Так, сейчас, подожди. У меня управление заглючило. Шикарная картиночка, которую ты видишь сейчас. Опять эта дурацкая ошибка. Ты чё? Что? Чё ты там смотришь? Где я чё смотрю? Я ничего не смотрю. Смотри мой стрим-то, ты же хотел. Я передумал. Ну, сука такая, ну ладно. Так, Линк. Линк. Давай. Ищи Зельду, которая должна быть где-то в храме созерцания. Я уже 3,5 часа побывал в Зельде. А я нет. Логично. Так. Паутинка рвем. Сейчас. Да. Чё она не рвется-то? Дура. О, взорвал. Паутинка поймала. Ничего не говоришь. Я не знаю, что мне говорить. Это со столбом, что ли? О, наверное. Ты получил янтарную реликвию. Я же не играю. Подожди. У меня что, стрим глючит? А, да. Игру не видно. Я вовремя заметил. О, все. Игра теперь... Сейчас все время. Ну, друг заметил. Говорит, так-то не видно ни хера. Вот. Ползи, мой Линк. Ползи. Вообще, у меня сначала была идея нарисовать поле. Ой. И какую-то бабу, стоящую на поле. Там, типа, ветерок и все такое. Какой ветерок? А при чем тут музыка жизни? Музыка жизни. Где она тут? Баба, это типа музыка, да? Ветерок. Ветерок это не музыка. Музыка. Не, ну ладно, можно нарисовать скрипачку, которая посреди поля стоит. Скрипачку. Все на девочек тебя тянет. Да. Вообще. Что же еще делать-то? Можешь все-таки нарисовать. Хотя людей я не умею рисовать. Я не умею рисовать людей, да. Нарисовать людей сложно. Сложно, но можно. Ой, а тут статуэтка, оказывается, была, а я и не сохранялся здесь. Это я лоха. Бывает так. Блин, откуда у тебя планшет вообще? Купили. Он у меня уже давно довольно. Мне продай. Ага. Тебе он не нужен. Мне он нужен. Да. Для конкурса. Да, я буду пытаться. Старину пропиарь. Пишет Антон мне. А чё тебя пиарить? Меня? Да нет, Антона. Он и так лох, че его пиарить, так. Подожди. Паук на меня напал. О, давай, 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 давай. Блин. Паук, развернись. Да, молодец. Да. Все, убил паука. Я счастлив. Две двери в комнату слева и справа откроются после удара по кристаллам. Один вверху, другой внизу. Короче, внезапно у меня напали инопланетяне. Какие инопланетяне, к черту?
Это музыка жизни, ты чё? Очень интересно. Так, подожди. Блин. Где кристалл наверху, а где внизу? Твою мать. Говно какое-то. Согласен. Ужас. У тебя уже экзамены закончились? Нет, последний экзамен в субботу. У меня тоже. Какой у тебя? Программирование. А у меня физика. Короче, я ни черта не знаю и... Вот-вот. Этот, как его... А он сказал нам, если не сдали ни одну программу в течение семестра, все, вы уже двойку получаете. Переделайте там, что-нибудь напишите, двойку получите. Двойку получите. Никаких неявок не ставит. Так что... Жопка. Так. Что же мне делать, сучка? Подскажи мне. Так. Нужен совет. Подсказка. В храме созерцания сооружение построено. Блин, она одно и то же говорит. Что у меня тут жесткое вахханалия творится. Еще атомный взрыв какой-то. Тебя? Да. И это все музыка жизни. Музыка жизни, прям вот ужас. Что я делаю не так? Я не могу понять. Очень странная хрень, которая... У тебя что с микрофоном? Да? Да, жужжит. А сейчас? О, сейчас норм. Ну, это у меня бывает. Провод у меня там ужасный. А у меня вообще микрофон в ноутбуке встроен. Куда? В ноуте встроен. А, ну вот. Ты пользуешься этим. Если мой если мой... который встроен в ноутбук используется. Мне Коржик говорит, как будто ты там в туалете где-то заперся. И это, так, подожди, блин. Ай, опять ты упал в воду. Что с тобой мне делать? Уже 84% фреймов дропается. Лучше смотри мой стрим, там ничего не дропается. Лучше просто не стримить мой. Да. То есть все равно никто не смотрит. Ну так мой тоже. Подожди. Ой, блин. Дерьмо-то, а. Не знаю, что делать. Как всегда. Это Зельда. Ты всегда не знаешь, что делать. Ай, да ё-моё, опять я упал в воду. Почему ты не поиграешь в Зельду? Что у меня ее нет. Подскачай. Мне лень. Ну и зря. Может быть, может ну быть. Вот ты сейчас посмотришь и поймешь. Так, один кристалл наверху, другой внизу. Ага, значит. Да я так понял, что намек ясен. Так теперь мне надо этот намек реализовать. Тик. О, нашел кристалл. Все. Подсказка хорошая. Будильник. А ты все там что-то делаешь? Да, работаю. Работаешь. Так, ну плыви. Он не умеет нырять, понимаешь? Линк умеет... Как в GTA Vice City, он не умеет плавать, да? Не, ну нет, здесь он плавает, ныряет он только когда ты этот подводный костюм Зора у тебя есть, тогда ты можешь нырять. А его еще только через пол игры получаю, дай бог, от силы. Почему я это знаю? Потому что я прошел еще одну Зельду. Потому что ты задрот в Зельде. Задрот, который сыграл только в Twilight Princess? Да.
Я получил огромное удовольствие. А вот сейчас что-то это Везет удовольствие тебе. я не получаю. Просто та Зельда, она просто шедевр. А это... Ну, здесь его Зельда подружка, конечно, это круто. У них любовь, но... И ты даже мила, но... Ну все, что-то не то. Да, не та атмосфера, она слишком яркая. Не какая-то не мрачная вообще какая-то. Поиграй в Twilight Princess. Не. Там шикарный персонаж. Ты можешь меня уговаривать бесконечно, но я не поиграю. Не знаю. Хотя, может, поиграю, но точно не на этой неделе. Ну-ну. Типа сейчас экзамены, а я во время это подготовки играл. Так, да пух. Нет, какие экзамены вообще? Да о чем? Экзамены это вообще левая фигня. Да, точно. Так. Ну ты чё? Блин. Слишком далеко. Чик-чик-чик. Ой, высоко. Да блин. Я никак не попаду. Сука. Ладно, хер с ним. Так, что ж делать-то? Ладно, сейчас я прыгну к паучкам. Блин. А, я понял, что надо делать. Тик. Так, 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 давай, давай, давай. У меня один патрон остался, не подведи. Ой. Там еще есть какие-то патроны? Конечно, в рогатке. А-а-а. Я рогаткой пользуюсь. Я думал, это он с мечом. Или он с мечом. Получилось. На рогатке нет патрона, зато... Все, ок. Это как Half-Life 2, патрона нигде не найдешь. Так, сейчас... Так. А мне кажется, Skyward Sword тут хардкорнее, чем Twilight Princess. Хотя здесь жизик 6, а там 3 изначально дают. Вот. Глянь стрим-то. Ладно уж, уговорил. Сейчас посмотрим, что ты там делаешь. Yep. Так. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Все, перепрыгнул. Да ты. О, вижу. Ты прыгаешь. Ну и чё ты не прыгаешь-то? Чё не прыгаешь? Я уже перепрыгнул. Эй, ты. А, это значит просто задержка. Да, но там 40 секунд, что ли. Охренеть. Так, а пауков я оставил живых. Надо их убить, нахер они мне надоели. Вы надоели. Ты на эмуляторе, да? Да. Долфин. Ужасно с помощью джойстика играть в V-игру, понимаешь? Управление просто кошмар. Там же, наверное, нужно этим V-моутом. Ну да, V-моут. А у меня V-моут вместо V-моута DualShock. Это самое классное управление на свете. Так, я что-то не могу. О, выбрался, слава богу. Да ты! Линк. Посмотри на Линка, какой красавец. Я уже не смотрю. Да ну тебя. Линк вообще красавец. Это тоже причина играть в Зельду. Так, ладно.
Читать, давай читай. Ой, опять этот кустик. Кустик. Ну, кустик, его можно поднять, а потом отрубить. Зачем вообще кустик поднимать? Спасибо. Так, где же искать карту? Ой, ладно, хоть игра не глючит. Как это? Как Twilight Princess. Вылетает иногда. Тик. Сундук. Ну, сундук, наверное, минуту открывается. Немножко это медленно. А так норм. Ух ты. О, Зельда. Она там. Слишком простой подземелье, понимаешь? После того хардкора, где Twilight Princess, кажется вообще фигней. Нет, я не понимаю. Я знаю, ты ничего не понимаешь. Так. Вот так. Нельзя ставить Микки. Да на тебя. Странная сучка. Так, что же делать? Опять в этой долбанной комнате. Ты понимаешь? Конечно. Что я, блин, опять в этой комнате застрял? Я так думаю, мне придется завтра все перерисовывать. Понятно. На что-нибудь другое. А, вон, тут можно... сохраниться опять. Блин, где же Зельда? Миш, ключ нужно найти. Понимаешь? Конечно. Конечно, я понимаю. 23:34 сейчас, значит. Через 10 минут будет этот чертов футбол. Да мне вообще все равно на это. Мне футбол. Тоже насрать, знаешь? Ну а чё тогда переживаешь? Типа болеем за наших. А, ну да, наши и так просрали уже. Да наши вообще в говне. Как всегда вот. Да? Не, ну в хоккее наше первое место заняли. Нет, мы сейчас про футбол, поэтому не надо хоккей приплетать. Он так медленно плывет, все так медленно делает. Такое ощущение, что FPS происходит. Прям как я. Линк. Избранник богов. Так, что же мне с тобой делать? Или опять прохождение открывать? Да ну, стрёмно. Я в этой игре, наверное, ни разу не открыл прохождение. А в той с самого начала прихожилась. Это как я в Портале. Ну, во второй части играю, вроде нормально сначала, а потом уже где-то в середине мне пришлось открывать прохождение, потому что там такие голубые. Вообще, что ли? Вот уж Портал такая вообще просто игра. Нет. Там делать нечего. А здесь прям голову сломаешь. О, ну да. Блин, как же мне... пройти дальше-то? Так, я не ем нифига. Я думал, ты поел уже. Так сказала, типа я не ем нифига, как будто тебя мама заставляет, там сзади стоит.
Откуда паутина вырастает? Из жопы паука. А его нету, паука, ты понимаешь? Ну тогда это уже волшебство. Ну да. Ты Е3 смотрел? Нет. Почему? Не лень. У меня времени не было. Надо было смотреть эти. Надо было смотреть 9 июля. Июля? Июня. Ой. Там было это до 8 утра. Я сидел до 7. Ой, до 7 утра. И что было интересно? Угу. Это же Е3. Надо будет как-нибудь в следующий раз тоже посмотреть. Со мной? Я же стримил. Смотрели люди. Подписались. Очень круто. Чувствуешь себя звездой. Когда тебя смотрят два человека. Не. Там меня смотрел человек 600-700 где-то. Ого. Ты вообще популярен. Я популярен. Ух. Был. Вот говорят. Ужасный стример. Фу. Школьник. Фу. Короче, вот. Я признаюсь честно, что я Зельду прошел с прохождениями, и я где-то 10 раз смотрел на это прохождение. Вот. Признание от Сильвера. Все, моя жизнь не станет прежней. Но, правда, боссов я убивал без прохождений. Слишком простые боссы. Надеюсь, что здесь этого не будет. Я хочу попотеть над боссами. Открывай прохождение. А вот куда мне надо? Так, сейчас попробуем. Так, может ты мне поможешь пройти игру? Я не знаю, в общем. Если бы я сейчас в нее играл вместе с тобой, тогда да. Надо было смотреть сейчас. А, вот, я понял, куда. Но мне надо слить воду. Или погойся. Может, я вообще туплю? Это перчинка в рот попала. Это как этот кот в сапогах. Никак там. Шерсть попала. Не смотрел Шрека второго? Смотрел. Ну вот. Шерсть попала. Подавился. Не помнишь, что ли? Нет. Нет. С кем я жила? Со мной не живешь. Поэтому не надо. Да, конечно. Так. Сука, что же мне делать с тобой, а? Придется опять лазать по кусу там. Терпеть не могу лазать по кустам. А то еще медведя найдешь.
Он залезет в машину и сгорит. О, можно ломать. Ну все. Я прошел дальше. Молодец. Ой, или я вернулся. Твою мать, я вернулся назад. А что такое? Ой, я прошел. Не, ну я так прошел, но... Не туда я прошел. Я, короче, скачал амнезию и не могу ее пройти, потому что слишком страшно. Я не хочу по этой амнезии играть. А я хочу, но страшно. Да. То, что там уже монстр появился, и теперь жестко начинается. Да, монстр появился. Да где я? Куда идти? Скажи мне, а? Где ты? Где ты? Я потерял тебя. Блин, сука. Да я не знаю, что делать. Позор, я сейчас... Сейчас весь стрим завалишь. А, вон куда надо было идти-то. Надо было активировать еще один переходник. Я его не активировал. Так, и пора включать этот дурацкий телевизор. Ой. Если он включится. Он тоже дурацкий, он квадратный. Фу, квадратный. А, я неправильно включаю его. Миша, он даже неправильно включается. Неправильно. Как можно неправильно включать? Короче, чтобы его включить, надо нажать на переключение каналов. А я включаю кнопку включения. А кнопка включения не включается? А-а. Отлично. Так, тут еще какой-то дурацкий футбол. Вон, пускай дурацкий идет. А я пока поиграю. Я не люблю футбол, сразу говорю всем, чтобы все знали. Я тоже. Мне вообще все равно. Да ты, Слинг, сорвал. Я ничего не люблю. Как так? Вот так. Ты слушал мой микс, да ведь? Нет. Как так? Ты мне не скинул. Как, вообще? Да. Так, тогда надо скинуть. Я же тебе говорил мельком про этот микс. Сейчас надо тебе его скинуть. Антон, наверное, слышал. Он же любит. Да, Антон? Так. О, нашел семена. Семена нашел. Все. 5 патронов есть. Весело играем в Half-Life. Так. О, надо мне, знаешь, что нарисовать? Что? Как Линка и Гордона Фримена рядом. Гордона? Гордон. Так. Ну ты понял меня, да? Да. Пока еще я понимаю тебя. Ру-ру-ру-ру-ру. Я активировал переключатель. Так, ну все, теперь можно идти. Линк, ты лучший. Я, кстати, очень много читал. А. Открыл я, короче, форум по одному прикольному персонажу. Вот. Те, кто смотрел стрим вчера, все поймут. Я... Кому это я говорю? Кто смотрел? Да, кто смотрел? Как ты вообще говоришь? Типа... Че я вообще делал? Сам себя обманываешь. Так, а, все, дошло. Короче, вот. И... Там целое движение есть по возвращению героя в эту игру. Понимаешь? Да, да, да. Движение да. Фанатов, чтобы вернуть персонажа. Верните нам его. Я подписался. Я не против. А я против. Почему? Не знаю. Самый лучший персонаж на свете. У меня арт теперь стоит на рабочем столе. Я уже чё? Я долбанулся. Я совсем долбанулся, понимаешь? Да, я вижу. Такого у меня нет. Точнее, слышу. Давно. Все, я прошел дальше. За ключом. Вперед за ключом.
Мне надо убить паука. Да ты, гад. Ау. Жизни. Ты не охренел? Ура, я убил паука. Так много радости. Так, а что дальше? А что дальше ты? И помогай. Ты куда пропал вообще? Я тут. Помогай мне. Помогаю. Морально. Так. И че? Рогатку тут точно не поможет. А, это глаза. О, черт, только не глаза. Потому что знаешь, как я замучился с этими глазами? Не знаю. Короче, я целых минут 15 пытался эти глаза обмануть, потому что управление на Wiimote ужасно не работает. И чё, не получилось? Короче, ну да, у меня ужасное управление. Ну посмотри сам, поймешь. О, получилось. Быстро довольно. Все. Ключик. Ключик. Тура-т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 ура. Ну вот, тут другой звук. Да ну, так не играется. Вот, хорошее пособие. Как за две недели стать фанатом игры? Знать ли здесь все звуки, музыку? Хотя я особо не старался. Понимаешь? И не надо. Ай, я под водой, я под водой. Мне интересно, кто на меня вообще смотрит сейчас? Не знаю, себя я сам смотрю. Я нет. Мне комп нагружает, не хочу нагружать комп. Так, открываем замок. Мне сейчас храниться как-то надо. Болельщики наши с ума вон сходят там. Ну, не в Зельде, конечно. Так. Как здесь мрачно. Твою мать. Жалко, ты не смотришь. Слышишь? Это же хорошо, что я не смотрю. Как ты? Ничего хорошего. Вообще отлично. Так, переключатель щелкнул. Я бы посмотрел, если бы я не был занят. А ты убери свои дурацкие эти рисунки. Да, я тоже об этом думал, но потом подумал, что надо же когда-то начинать. Нет, ну надо же наконец посмотреть мой стрим. Твой стрим я могу всегда посмотреть. Ага, конечно. А чё, нет что ли? Нет. Ты хочешь покинуть нас? Повтор это неинтересно. Опять пауки всякие. Ну ладно, на другую игру посмотрю. Не, ну я это очень долго еще проходить. Я еще только начал. Впереди еще 30 часов геймплея. Нормально, будешь тут сутками сидеть. Буду сутками, да, сидеть здесь. Ой. Ой, скелет, ой, скелет. Да, немножко оно у меня проседает по FPS. Из-за стрима. Господи, я так привык к той Зельде, что... Ох ты, гад. Как классно я врублю, посмотри. Все, что не смотришь, это вообще класс. Нет. Хорош. Интересно, у меня еще спин не вылетел. Да нет, вроде не вылетел.
твой-то? Насрать на твой стрим. Нет, на твой. Да, суперски вообще. Слишком быстро я эту скелету убил, но ловчился я в Twilight Princess. Я получил механического жука. Необъяснимая сила, заключенная в этом летающем механизме, позволит тебе управлять полетом. О как. Ты можешь на нем летать? Не знаю. Просто выпустить могу его. Если собьется прицел, направь веримод. Да, веримод. Да, веримод. Дуалшок. Направить. Ты получил новый предмет, господин. Это насекомоподобный вид. Да? Летающий жук. Да ты что? Слушай, она вообще кэп. Она повторяет все то же самое. А, нет, не то же самое. Окей. Это как в Карине времени. Там есть такой надоедающий этот светлячок. И он говорит, хей, а, ему, Линк, говорит, хей, Дисон. И эта фраза очень устоялась у всех фанатов Зельды. Вот. Ты где? Где? Я тебя опять потерял? Да нет, вроде. Ух ты, смотри, 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 я управляю жучком. А, нет, короче... не туда летишь. Давай, убей его, паука. Какой-то бред и рад. Паука, убей этого паука, убей этого паука. Но самое главное радоваться за то, что ты рисуешь. Нет, хотя я не рад. Тоже дерьмо получилось какое-то. Ну куда ты летишь? Куда? Куда ты летишь, мать твою, жук сраный? Куда ты летишь? Тебя смотрит один человек. И это? А, это Антон. Антон, привет тебе. Теперь я еще смотрю. Ой, как раз классно-то. Ты, сука, ты такая, бляха-муха. Почему меня никто не смотрит, а? Никому не интересно, что Зельда... Тебе нужно пропиариться. Каким путем? Не знаю. Я буду Gamescom стримить, но это не выход, понимаешь? Убей его. Ой. Я не пойму, что делать с этим жуком. Ты меня понимаешь? Я вот видел одного человечка, вот которого я стрим, это Mario Kart 8, да? Он меня теперь узнает. Он знает, что я его смотрел вчера. Он мне сказал, привет, Silver Sword, с возвращением. Вот. Очень приятно. Особенно, когда иностранец. Он что-то сказал про водку, я не понял, что он сказал про водку. Но когда я понял, что я русский. Сказал, пей меньше водки. А, надо обрубить паутинку. Блин, это нереально, мне кажется. Пить меньше водки? Я не пью водку, понимаешь? Значит, больше. Так, ладно. Короче, а сегодня у него это стрим, знаешь, что у него получилось? Короче, его смотрело 30 человек где-то, и у него кнопочка качества появилась. А сегодня ее обрубили, вот люди жалуются, вот кнопки качества нету. Слушай, я реально не знаю, куда идти. Этим грёбаным пауком летать. Я сейчас убьюсь, понимаешь? Опять паук появился. Но я же его обрубил. Ну что за фигня, скажи. Куда ты в стену летишь? А куда? Смотри, тут дырочка специальная. Я не знаю, каким образом я буду тебе помогать, если у меня видео с задержкой в минуту. Все равно, морально. О,
я куда-то лечу. Я лечу, я лечу, я лечу. Да ё-моё. Смотри, я полетел назад. Эй-эй-эй, не взрывайся. Нет, не взрывайся. Нет, 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 нет. Все. Он сдох. Слушай, я уже все. Я сейчас убьюсь, я не знаю, как открыть эту чертову дверь. Тебе пора отдохнуть. Ага, я нихера не играл, уже отдохнуть. Спасибо. Иди там погуляй. Кури. Я же говорю, погуляй. Я понял, нет, спасибо. Ночью гулять собираюсь. У меня рядом лоджия есть. А. Можно и открыть, и как бы гуляешь, да? Да, как бы гуляешь. Ой, да куда летишь, паук сраный? Все. Я этих пауков сейчас убью, понимаешь? Сучка, дай мне подсказку. Так. Нужен совет. Подсказка. Мы в храме созерцания. Заражим постоянно. Да, все то же самое она говорит. Слушай. Я не знаю, что делать. Я тоже, я уже спать хочу. Какой спать? Уже поздно. Поздно, нихера себе, до трех будет сидеть сегодня. В Зельде, наверное, до полвторого сыграем, может быть, до двух. А что делать-то? Спать, что ли? Скучно спать-то, понимаешь? Так. Дерьмо, ей-богу. Я уже не знаю, что делать без прохождения. Жди. Моя голова не выдержала. Вон наш сейчас будут играть. Поэтому меня никто не смотрит. Механический жук. Ничего себе. Мини-босс. Нихера себе мини-босс. Я его так легко убил. Это мини-босс называется. Вытаскивайте жука. Идите в дыру в стене. На его пути скелетово. Стреляйте жуком. Направляйте в дыру из-под стрима. Переключатель в проходе. Ничего себе. Это жопа, понимаешь? Я вижу карту. Да, потому что я сейчас паузу поставил. Так, сейчас я вышел из паузы. И выпускаю дурацкого паука. Давай, 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 лети, 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 лети. Давай, 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 сука. Ну он не улетел. Слушай, я не играю. Я так не играю. А, еще дурацкий веримут, который называется волшок. Это жопа. Давай, лети, лети. Купи себе Wii и играй. Я буду брать Wii U. А, ну ладно. Возьму, наверное, в конце года. Вместо PS4. А может... Ой. А может, PS4 возьму? Что взять? Четвертую. Конечно, ты только это и скажешь. В следующем году выходит. В следующем году Зельда выходит. Какое тут новое. Так, ну ладно, вышел я. А дальше что делать? Ау. Наши начали играть. Серьезно, я хочу спать.
Легу спать. Я сейчас еще рисовать буду. Что-нибудь нарисую. Какой-нибудь это... кружочек, ножки и получится человечек. И все. Мне бы Линка нарисовать. Вот это моя мечта. Я не смогу Линка нарисовать. Да ты посмотри на него. Как я такого милого нарисую, понимаешь? Нормально. Пару линий и готово. Пару. Это как кружочек. Линк. И колпачок нарисовать. Это Линк. Все. Да, это его голова. Все поняли. Зеленый. Тогда все понятно, что это Линк. Так, блин. Ну все, я запутался. Ой, я нашел. Здесь карты намного интуитивнее. Или нет? Нет, нихера они не интуитивные. Здесь сохранение зато есть. Пройти бы хоть это подземелье и все. Оно тоже жопистое. Как пройти ты дальше, скажи, а? Не трогай кнопки Power и Reset. Это знаю я, мне уже все сказали, а кнопки-то нету, да? Тогда я выключу комп и все, мне пофигу. Золотой орнамент теперь остался мне. Большое строение в центре. Где мне большое строение в центре найти, а? Сундук. Ты о каком сундуке вообще говоришь? Я вижу карту, где сундук в центре. Так, нашел. Джук он меня бесит. Джук. Жук. Лети, мой жучок. Храбрость, верность. Лети. Да куда ты летишь-то? Лети, лети, лети. Да, блядь. Почему этот V-Remote чертовый не работает? Как надо. Наверное, потому что у тебя его нет. Да. Целиться надо куда-то на... Лети, 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 жук, лети, лети, жук, лети, говорю. Лети, мать твою, вниз, лети, лети, вниз. Что? Блять. О боже. Что? Что там не так? Я, короче, в скайп скинул, потом посмотришь. Ты какое-то видео смотрел? Нет, это лучше, чем видео. Картинка? Да. Меня? Нет. Ну, слава богу. Ну, может быть, тебя. То есть? Или ты нашел Линка, уродца? Мне аж страшно стало. Сейчас ВКонтакте посмотрим. Нашел. Одной симки надоела скучная жизнь. И она отправилась путешествовать по всем уголкам Земли. Посмотри на нее, на свинью посмотри. Вижу. Круто. Суперская свинья. Ну честно, я стол смысла не понял. Просто свинья упорта. Вот и все. Так, блять, куда же идти-то, блять? Ой, там что-то забили, гол забили, слышишь? Нет. Гол забили. Неужели?
На Яндексе Тихо. написано 0-0. Поэтому не надо мне тут. Наши забили. Не ври. Да наши это. Мы сейчас выиграем. Мы сейчас победим. О, ну да. Сейчас во втором тайме нам еще 10 голов забили. Ага, все. Мы победим. О, мой друг играет Final Fantasy. И чё? Вообще юмора не понял. Я взял 20 рупий и всё, больше ничего. Трындец. Трындец. Ударяйте по нему жуком. А вот теперь да, Россия 1. Ты что смотришь? Нет, я на Яндексе посмотрел. Че, сердце, наверное, 4. Блин, где эти дурацкие переключатели? А, на карте же есть переключатели. Вот я и дебил, а. Ты понимаешь? Что я дебил? Так, пошли. Сука, лети. Полетели. Ты смотришь? Да, да. Приятно. Чук-чук-чук. Переключатель, переключатель. Сука, блядь. Так, ладно, сейчас. Ой, рогатка. Не нужна мне твоя рогатка. Опять это дурацкий. Что? Интересного. Что, тебе не нравится? Скучновато. Подожди, пока экшена нет, я понял. Ага, там вообще его нет никогда. Наверное. Есть. Переключатель нажат. Ты не видел Epic Battle с этим, с как его называют? Со скелетом. Вот тебе не понравилось. А, ну ладно. Тут еще босс будет, так что с боссом посмотришь, интересно. Я уже, наверное, спать пойду. Не-а. Как-то нет. Не надо спать. Так. Так, чё там? Я вернулся. Надо, короче, какие-то новости, что ли, посмотреть. Новости. Смотри стрим, чё новости смотрите. Ну нет. Ну нет. Я подготовил, блин. Чё ты готовил? Смотри, смотри. Смотри, смотри, смотри. Ты по кругу бегаешь. Заперлись двери. И сейчас будет экшен, смотри. Ты бежишь к какой-то двери. Да ё-моё. Подожди, сейчас будет экшен. Жду. О нет, дверь закрылась, что же делать? Да ты гад. А, по бочке, бочке. Как прикончить? Вот с одного раза его убил, по-моему. А, если нет. Бы... Я тут еще мучаюсь паучку. Там же написано прикончить, вот. Ну надо нажать какую-то кнопку. Вниз его, короче, бросать на пол. Во, получилось только это, мимо паука. Мимо паучка получилось. Сука такая. Да, прикончил. Представь себе. Все, экшен кончился. А, я вижу, как ты промахнулся жестко. Ну вот, эпик. Так. Ага, теперь глаза обмануть надо.
смотри, сейчас буду обманывать глаза. Вечность. Да ё-моё. Смотри, сейчас поймешь, что я пытаюсь сделать. Так ни хера не получается. Просто мечом по кругу водишь. Так и надо вести, так по кругу, а не нормально. Глаза надо за это. Ну и не получается. Просто меч в глаз воткни и все. Нельзя, он закроет его. Если бы было все так просто. Ничего он не хочет, я же ему уже. Это вообще по квадрату. Блин, не получается, дурацкий вимоут управления. Понимаешь? По этой причине не хочется играть в Skyward Sword. Да ёб твою мать. Так, меня же не выдержит нервы. Дурацкие глаза. А, там еще третий глаз. Вот почему не работает-то. Или нет? Да, там еще третий глаз. Так, ладно, Херсон, надоело мне уже глазами возиться. Хотя там ключик ведь. Как же это сделать? Сейчас посмотрю. Как же это сделать? Подпрыгни, может, там. Сейчас погодь. Узнаем. А, вот, вы видите перед глазами. А, пока нет возможности. Ну ладно, фиг с ним. О, высыпаюсь. Не, один классный здесь. Не хуже, чем Twilight Princess. Тоже няшно, милый. Ну, если бы не милым был, я бы не играл. Логично. А может и нелогично. Ты бы стал играть из-за того, что персонаж няшный? Возможно, да. А Линк, он же няшный. Да, неплохо. Как будто эти... Как этот коржик скажет, пидоры, оцениваем мужика, блин. Очень круто. Пидор, блин, он меня пидором называет. Потому что я играю в Зельду. Понимаешь? Поэтому не надо играть. Ну, мне пофиг, что он там читает. У меня это, как он говорит, пидора очень много на рабочем столе. Я еще на айфоне хочу засрать им. Айфон. А пидора у тебя? Я хочу Виту. Виту тоже хочу. Ты думаешь, что я пытаюсь перед ящиком сделать? Теперь да. А, это мне так долго зад упадет? Поближе встань, может. Нет. Тут надо его вверх. Я думал, надо его разрубить, может. Нет, смотри, сейчас я его... Подожди. А, вон синяя херня появляется. Да, мне надо вот эту синюю херню. Мне надо, чтобы меч прямо вверх шел, а он не хочет. А вот с такими глазами злобными. Ты уже увидел эти глаза. Так это ты заебал уже. А, и толку нет. Я тут притягивался, а толку нет. Самый гениальный на свете.
Так, а дальше чё? Сколько можно уже? Чего? Перед этим ящиком. А, ну посмотри. Так толка нет, вот чё. Google впервые показал работающий модульный телефон Project Ari. Точнее, Ara. Нормально, да. О, сердечко. Да, ради сердечка это кажись. Фух. Ой, а там какие-то уже. Лишь по потолок. Срубать с помощью жука нить. Короче, я где-нибудь до половины посижу, а потом спать. Давай, толкайте его ближе к трем глазам. Затем забирайтесь. Пиздец, как это сложно. Понимаешь? Нет. Жизни не играю. Я бы в жизни не догадался, что надо вот этот ящик спустить, оказывается, вниз. Так, смотри. А, тут специальное отверстие для ящика. Надо было сразу подумать. Я что-то не посмотрел. Видишь, какой тупой. Так. Так. Тик, смотрим. Все, все три глаза за мной наблюдают. Окей. И что? Так, ну теперь я буду маячить вокруг глаз. Смотри внимательно. Я пока вижу, как ты двигаешь ящик. Все, сделал. Давай, ну быстро. Так, что, еще один гол? Смотри, какие молодцы. Да, еще гол забили. Слышишь? Нет. Ключ. Я нашел маленький ключ. Ни хрена себе, глаза взорвались. А куда я полез-то? Ну ты понял. Лим здесь все-таки красивый. Вот это звучало реально не так. Как надо. Как надо. Как надо, Лом? Не знаю. Ну вот и все. Надо подумать над этим. Да. Думать о том, как это правильно звучит. Так. Куда идти, мать твою? Так, тебе надо вернуться, понимаешь? Опять затуп. А я опять упал. Слушай, я не знаю, что делать. Скажи. Я не знаю, что тебе делать. Засмотри. Смотрю, ты бегаешь по какой-то канализации. Ну вот, мне надо лестницу вот эту. Запрыгнуть на лестницу. Берешь, прыгаешь. Ну, он не прыгает, смотри. Оп, и все. Ай, я еще упал. Может, там зацепиться надо за что-нибудь? А, да. Может быть, сейчас я смотрю. Тут ничего нету. 0-1. А, нет, гола не было, вру. Полетели, жук. Куда только летим. А, вон, все, понял, куда. Только жук. Мне бесит то, что Twitch переведен только наполовину на русский. Twitch? Twitch вообще ужасно переведен. Mm-hmm. Как Google. Поэтому я пользуюсь Google английской нормально версией. Переведен. Как Google. Google Translate. А, Google? Я подумал, ты сказал, как Google.
Нет, Google это Google. А это сраный Twitch. Не нажал, сука, не нажал на кнопку. Ну ты посмотришь, короче. Как это нудно этим дурацким жуком водить. Я понимаю, V-Remote, там прикольно. Жучком можно управлять с помощью V. А здесь DualShock. Ну, дядя. Нет, Twilight Princess была не такой нудной. Хотя там тоже были такие задания, которым хотелось бы скорее выключить игру. Но все-таки. Вообще в стену врезался. Ну вот, а я тебе чё. Это ужас. И уже третий раз лечить. Это трындец. Давай-давай, молодец. Все, открыл. Что-то очень тихо у меня с громкостью. Так, пошли. Теперь я могу забраться. Может, ты досмотришь подземелье-то, а? Смотрим. Опять этого паука, которого надо добивать. Он не хочет. Видишь? Он не добивается. Тут дерево очень классно рубится. Ну сейчас увидишь, как оно классно рубится. Прикольно. Физика. Или как это называется? Химия. Какая химия, нахер? Тубанулся. А где Зельда вообще? Ой, там еще до Зельды плыть. Ладно. Такое ощущение, что я никогда не дойду до Зельды. Так, а здесь эти... пиздюки. Так, сейчас я их убью. Это ужасно. Надо в рот целиться, а я в рот не целюсь. Чего? В рот целишься, да? Ну посмотри. Поцелуй с монстриком. Так, так вот, улетаю я куда-то. Трындец, короче. А, можешь же без этого. Сейчас попробую только. Не, без этого не выходит. У тебя опять с микрофоном. А сейчас? О, норм. Странно. Так. Ну, скажешь, короче, когда опять. Будет. Да ёб твою мать. А сейчас? Все равно. Да пизд... Нормально? Норм? Нет. Серьезно? Угу. Сука. О, норм. Ну блин. А сейчас? Нормально, нормально теперь. Окей. Чудесно. Рогаткой буду сейчас убивать этих придурков. Ну вот, у меня нету патронов. Что делать-то? Трындец. Что-то... Как-то играется она без кайфа. Это тебе не Twilight Princess. Странно очень.
Наверное, тоже переиграл, понимаешь? Наверное. Неделю просто я без подряд играл, понимаешь? Чик-чик-чик. Я помню этих монстров, понимаешь? Они такие же, прям в точности. Только здесь покрасили, посочнее. Да ты... Если что, пока по-прежнему 1-0. Да, если что, я в Яндексе посмотрю. Ну ок. Ну нет, ты быстрее скажи. Нет. Как так? Так-так. Блин, грибы ничего не дают. Как это не дают грибы? Они мне не дают. Тебе даже грибы не дают. Вообще. Чик-чик-чик. Нам придется пауком убивать. Я не знаю, что делать. О, новые летсплейчики вышли. По кому? Mm? По кому? Не знаю, по какой-то игре джентльмен. Какой еще джентльмен? Не знаю, сейчас посмотрю. А, вот что надо делать. Все, до меня дошло. Ну теперь ты все, наслаждайся только. Сейчас будем проходить дальше. Ай, да ку, сука, на. Ладно, сейчас, сейчас. Да сука. Ну, короче, ты понял. Угу. Или ты не понял? Я все понял. Это трындец, как сложно. Да еще и с такими этими FPS таким. У тебя что, комп стар? Нет, MacBook свежий. А, MacBook, ясно. Ясно. Да, все тебе ясно. На Mac игр нет. Да, нет, вон смотри, что я играю. Кто это придумал? На Mac игр нет. Ладно, нормальных игр нет. А это чембе ненормальное, что ли? Так себе. Когда нечего делать, сойдет. Да, конечно. Да ладно, чё ты. Да, чё, я ничего. Не, ну она какая-то вялая, пока. Ну я знаю, что вялость это так, это... пройдет. Надо только чуть-чуть подождать. Просто пора уже спать. Какой спать? Я в Зельду в 3 часа ночи проходил, и все было круто. Я прям уже заждал, ждал, невозможно. Ну, сюжет там был интересней. Хотя здесь тоже Зельда пропала. Интересно, куда же она делась? Да, действительно. Как интересно-то. И все Зельды длинные. 30-40 часов, гарантированно. Что в одной Зельде пропало, что в другой она пропала. Не, в одной... Да, ну да. Но там она хоть не пропала, там понятно, что она в королевстве была, а здесь она пропала. Короче, ее надо искать и так, и так. Ну да. Ну, Коржик и говорит, что вот... В каждой Зельде только смысл искать Зельду. Ну, она игра очень с душой, с атмосферой. Вот что нравится мне, понимаешь? Ну да, неплохо, в общем. А это мне и нравится как раз в игре. Она не очень. Она не тупая, как там Battlefield всякие и прочее говно. А чем она умная? Она умная, потому что сюжет хороший. Какой сюжет? Разве. Найти Зельду, все. Это никто не понимает. Атмосфера хорошая. Атмосфера и в других играх хорошая. Нет. Только в портальнике, там в единицах. Понимаешь? Здесь атмосфера просто чудесная. И в каждой Зельде она своя.
вот атмосфера мрака, атмосфера вот этого сумрака, она мне жутко понравилась. А вот атмосфера яркой какой-то игры, она мне что-то не шибко нравится, это если честно. Как вот здесь. Жалко, я не мог стримить Twilight Princess. Там вообще лагало жутко. Здесь хоть еще как-то. Вот. Ты понимаешь? Да. Да нихера ты не понимаешь. Че, бухой что ли? Бухой, да. Вот, короче, сделай такую же игру. О, Зельда, ну ты что? Будешь сам в нее играть. Да. А, да, вот я общался с этим человечком. А, ну и чё? Да ничего. Он хотел мой стрим посмотреть, да вот это. Просто он спать лег уже. А так бы он посмотрел, конечно. Ему нравится. Говорит, ничего так. Ничего так, да. Ну, у них там сюжет интересный такой. Я ужасно жду. Ты не представляешь, как я жду, когда она вернется из сумеречного зеркала. Ой. Ну, это только фанаты Зельды поймут. Если такие есть, а тут таких нет. Это очень грустно. А. Слышишь? Да. Спасибо, что ты хоть слушаешь меня. Это очень приятно. Я все слышу. Я все слышу. Давай поспокойней. Ой, смотри. Ай, сука! Так, мне этот монстр не нравится, я его сейчас убью. Чё-то лол, смотри. Азаза, он боится. Я вижу, как он по веревке идет. Ты посмотри сейчас на него. Сейчас упадёшь, а вот ты упал. Я упал, да. Смотри. Ой, он упал. Смотри, как классно. Офигеть. Ну ладно, я пошел. Да, мне тоже пора. Нет, стой. Не, ну серьезно. Смотри, какой я склон. Или как он. Канатолаз. Шикарно лазает по канату. Мне бы только. Тебя целых 3 человека смотрят. 3 человека? Ой, как классно. Они что-нибудь пишут в комментариях? Нет. Жалко. Это отсылка Синкали, знающие поймут. Так. 20 рупий. Всем зрителям большой привет. Я вас всех люблю, как не знаю кого. Если вам нужна эта любовь, подписывайтесь. Подписывайтесь, ставьте лайк. Лайк, ну там лайк, только подписка, да. Короче, подписывайтесь на мой канал. А еще донатить не забывайте. Да, там кнопочка. Ты нашел, да, значит? Ага. Блин, вот ты, а? Ты понял. Ты там нажми кнопочку доната, там и пожертвуй. Денег нет. Да, конечно. Все потратил на планшет графический. Я говорю, это было давно. Неважно. Надо было сохранить их до лучших времен. Более у меня нету аккаунта PayPal. Ну так заведи, у меня он за 100 лет в обед. У меня этой кредитки нет. Заведи, у меня 100 лет в обед. Отлично, давай свою. А что-то у меня что-то опера. Ты оперы пользуешься? Да. Вот поэтому она и заглючила. Опера говно. Все из-за тебя. Хром говно. Сам говно.
А вот все норм. Хик. Хик. Хап. Прыгай. Да. Прыгает он как-то тупо, на самом деле. А так норм. Я жду новую Зельду. Я там целый этот ролик посмотрел. Там анализировали вот этот маленький минутный, который на E3 показали. Вот 15 минут. Чё сказали? А, типа там холмы какие-то, типа там вот увидели коровы, как они реагируют. Типа все интерактивное стало? Ну да, там покруче, чем было в прошлой части. Это реально круто. Там еще open world. Вот это вообще круто. Открытый мир. Прям GTA. Привет, GTA. Вот. Это я очень хочу, конечно. Так, подожди, блядь. Да сука ты, блядь, не туда едешь. Так, простите, фанаты, за мой мат. Я тут матерюсь. Как некрасиво, да? Материться. Я вообще как быдло какой-то. Вообще ужас. Так. Как так можно жить? Материшься. Чтобы развернуться, надо трындец сколько усилий, понимаешь? Чё, опять забили? Нихера они не забили. Завтра посмотрим. Ай, блядь. Упал. Я упал. Пока, короче. Ну вот, со мной прощается еще Влад. Это он смотрел. А кто еще ты смотришь? Ты смотришь? Я смотрю. А еще? Коржик, что ли? Какой-то катасис. Найтбот и я. Найтбот? Да. Блин, это бот смотрит. А, ну значит... Да ну нафиг, значит только смотрит свои опять. Значит только я и еще один. Ну катаясь, это вот он уходит сейчас. Пойдет сейчас. Я тоже сейчас пойду. Не надо. То смотреть будет только бот. Ну а ты еще развеселишь его. Да ё-моё, я падаю, посмотри внимательно. Не могу никак попасть. Дерьмовские веревку. Может, я что-то неправильно делаю? Он так раскачивается, как не знаю кто. Как будто судороги у него. Я не могу на тебя. Блин, а я на тебя не могу просто угорать. Судороги. Или икает, может. Икает. Ну я падаю, я не знаю, что делать. Черт. Ебать. Ой. Блядь. Ля, муха. Я тут как матерюсь, как этот. Как сапожник. Сапожник. Так, ладно, хватит материться. Пора играть. Он так смешно. Это останавливает раскачку. У меня же уши от наушников болят. Ну, значит? Значит, пора идти. Типа того. А ты в Твиттере пишешь, типа, стрим и все такое? Там автомат. Так что там видно, стримили или не стримили.
Ты посмотри, как я близко к веревке. Есть, я зацепился. Смотри-ка, я зацепился. Ой, там ящик от босса. Сейчас будет самое интересное, а ты уходишь. Ну как так? Понимаешь? Нормально. Я потом видео посмотрю, может быть. Нет, ты сейчас будешь смотреть, как я убиваю босса. Не люблю прыгать, хотя я знаю, что я смогу прыгнуть. Сейчас. Опачки. Золотой орнамент это называется. Здесь это золотой орнамент, там большой ключ. Ну, разницы особо нет. Структуры вообще все одинаковые. Уровни. Мне это как-то печалит. Вот. Так, тебе что-то я хотел сделать. Я откуда знаю? Не знаю. Так, и я вернулся назад. Ну сейчас смотри, сейчас будет босс. И у меня все шесть сердечек. Сейчас немножко осталось до босса. Сейчас, подожди чуть-чуть. Сейчас еще полчаса пройдет, пока ты будешь на следующей веревке прыгать. Или еще что-нибудь. Все. Дверька рядом, сейчас сохранюсь и пошли. Ну, теперь тебя другой смотрит какой-то. О. Бородатый кто-то там. Кержик, Коржик, это ты. Я так счастлив. Коржик меня смотрит. Ну ладно, он сейчас тебя заменит, я надеюсь. Хотя я вряд ли вышел. Ой, смотри, тут еще загадку сделали. Твою мать. Ты посмотри на загадку. Пока не вижу. Сейчас увидишь. Блин. Мне интересно, как этот фанат Зельды говорит. Ужасно интересно. Ну это я называю, ты понял кого? Фанат Зельды. Он не помнит, откуда у него такой никнейм взялся. Аватарус. Он в чате такой же, как ты. Мне кажется, в жизни он... Какой он такой же? Слишком скучный. Ты тоже скучный, поверь мне. А да, ты, я бы не сказал, что с тобой очень весело. Ну сейчас весело. Смотри, как стало. Смотри. Ну ты открыл дверь. Появился босс. Опять какой-то сумрак. Или что это? Нет, не сумрак. Кто-то нам пожаловал. О боже, страшно-то какой. Это он шватил моим смерчем. Зарвет тебя в клочью. Ах ты, это ты, сука. Че это Аладдин какой-то? Аладдин. Шли без родителей, жизнь или мертв. А вот девица, она представляет намного больше ценности. А теперь она наша. Наша. Я так заболтался, что забыл представиться, да. Я полетел демонов. Вот. Герахим. Вроде говоря, немножко еще. Лорд Герахим. Линк такой милый. Микрофон. Смотри на Линка. Он такой милый опять здесь. Прям как Twilight Princess. Он похож на овцу. Издалека. Видишь, что я чувствую? Ярость, гнев.
Давай, аппетит. Давай уже, начинай говорить, это убивать меня, мне уже скучно. О боже. Забавно. О боже, языком. Не лезь ко мне целоваться, сейчас тебя убьем. Неожиданный поворот. Ух ты. Смотри, как большой. А, я думал, он его укусил, как вампир. А, мечтай. Победитель демона. Боже, у него изо рта как херня вывалилась. Типа языка. Типа языка? Это был язык. Ай, сук. Че он вообще пытается... Тебя даже бот перестал смотреть. Бот? О, да. Как это грустно. Смотри, я его убиваю. Слишком простой босс опять. Ну, я так не играю, слышишь? Да не играй. Слишком простой босс. Я устал от этих простых боссов. Нет. У тебя не скажешь, что он такой простой. Слишком казуальная игра. Да блять. Сейчас поиграй. Где еще? Ты его еще не убил. Ты говоришь простой. Ну потому что он это не хочет. Он не хочет убиваться. Он какая-то фотомодель. Точно. Ты очень в точку. Ты в точку. А, я врубился, подожди. Еще напоминает этот... он, короче, городской житель, а ты какая-то деревенщина левая. Почему? Я деревенщина? А ты посмотрел бы на начало игры, там он прям как этот украинец, колхозник. Коржик так говорит. Украинец прям выдетый. Ой. Неплохо, ой, меч. Ах ты, сука. Стопляк, ты стоишь предсказуемо, пока не нанесешь ни одного удара. Когда ты его уже убьешь? Он меч мой украл. Что мне делать? Он мой меч украл. Руками бей. Я не могу руками. Я не такой крутой. Ай. Вот, блин, у меня уже две жизни. Вон там какие-то вазы есть. Может, у них что-то? В вазах жизни. О, жизнь-ка. О, жизнь-ка. Ну ты понял, уже босс, смотри, как классно. Блять. Сдохни уже, скотина. Он не хочет дохнуть. Это печально. Это ужасно. Ты посмотри, какой он воротливый. Как я его смог ранить, калечить? Да.
Ты че? Я зеваю. Ай, ты пизд. Все, он меня достал. Почти. Так, жизнями пора подправиться. Блин, вот смотри. Вот и все. А дальше дело не идет. Да ты говню. Ну блин, я уже убиваюсь, понимаешь? Сейчас посмотрим, как это делать. Я же вроде все правильно сделал. Может, тут надо как-то по-особому? А, у него еще свой меч есть. Бляха-муха. Это значит, я вообще еще фигня страдаю. А, снимите. Ай, мать, меч. Хм. Трындец, короче, сейчас попробуем. Во, смотри, дошло. Все. Вторая фаза пошла. Сейчас. С мечом в руках. Смотри, у него меч появился. Это облизнулся. Ай, ты пизд. Ой. Ну посмотри на него. Он опять. Да ну нахер, он опять ускользает. Ну, ты чё, блин? Дерьмо. Кстати, в чём прикол твоей игры? Так посмотри, поиграй. Типа головоломка? Да. Ты же вроде знаешь. Посмотри, ну, у меня одна. Я думал, может, что-то поинтереснее. Посмотри. Чё смотреть-то? Мне приходится жизни брать. Я нечаянно закрыл вкладку. Ты специально закрыл вкладку? Нет. Ого, я даже зарегистрирован у тебя на сайте. Конечно. Да посмотри, как я его разрубал. Вот это разрубал. Ты не видел? Я вижу, как ты его рубишь. Вот это рубило, да? А тебе не нравится, да? Ну так, нормально. Блин. Он мне не дает рубиться-то, просто так, понимаешь? Эй, куда ты подвинул ящик с жизнями? Ты чё, не офигел? Мне жизни-то нужны. Проваливай. Да ёпта. Когда его убьют уже? Он мне надоел. Он мне надоел. Он мне ужасно надоел. Нравится?
Нравится, говорю? Уже нет. Слишком ты... долго. Да я знаю, что долго, я не знаю, что делать. Я уже достала. Кыш отсюда. Ты где? А, вон ты где. Ай, ты! Да куда ты на меня-то полез? Все, убил. Убил. Ты. Что ж, здравствуйте, намного лучше, чем можно ждать такого сопляка. Не выражайся, победителя. Боюсь, потратил слишком много времени. Ну вот. Она опять ушла. О, неужели все? Все. Только я его не убил, он просто ушел. Вот сука. Опять эта дурацкая реклама. Банк открытия. Так. И я прошел. Коржик, привет тебе огромный. Пора брать сердце. Та-ра-та-ра-та! Я думаю, пора мне идти уже. Ну да, я в принципе... Не знаю, вряд ли я буду играть сейчас. Может, чуть-чуть только, если. Так что давай, если ты пойдешь. Ты как? Да, я пойду. Печаль, беда. Ну, завтра еще увидимся. Может быть. Да что делаешь? Че, еще хочешь поиграть? Чуть-чуть, но не буду много. Ладно, короче, давай. Давай. Пока. Пока. Коржик, присоединяйся. Мне будет лучше так. Искал зель, да, в итоге говно. Хера зель-то нету, как всегда. И так не играю. Я так не играю. Что я сделал? Так, шмик. Коржик, ты. Как что я без тебя делал? Так, что же дальше? Так. Блин. Что делать? Hmm.
красивой блондине укажете путь. Реагирует на небесный удар. Я понял. Как активировать это дерьмо? Ничего не понял. Корж, пошли в скайп. А, вот. Ура! Красивый Линк. Чудо просто. Чудо, Линк. Просто чудо.